2 апреля 2000... Извиняюсь, 2 мая 2019 года. Наконец-то на Урал пришло тепло. Сегодня у нас плюс 15. Пчела вся облеталась. И, как видите, зацвела верба. Активно пошла пыльца. А это белковый корм. Который позволит маткам наращивать и наращивать и наращивать семьи дальнейшим весенним взяткам, весеннему меду. Вот так вот, наконец-то тепло. Снега, конечно, еще у нас полно, но это дело времени. 2-3 дня и все растает. Закончились холодные дни. Пчелы начали пахать. Зима, конечно, была не очень хорошая, есть и потери, ну ничего, отчаиваться не будем, слабые семьи будем усиливать, от сильных расплодом делать будем. Отводки, работа только начинается.